لو تصير شمسنا هادي سواد، لو تكون أرضنا كوم. Что купили? Ничего, абсолютно. Почему? Только я полюбовалась ценами у меня. Видите? У вас 20 рублей? Да. И все. Закончились деньги? Да. Я хотел как раз... Вы знаете, мне пенсию не дают. Я вас перебила, простите, пожалуйста. Ничего страшного. Вот. Вот там правительство, как его называют, правительственный дом, вот этот высокий. Mm-hmm. Там я, когда подхожу, он так это нервно отвечает, что ничего не это самое, но так как пенсионер, я имею право взять. Но я вам хочу сказать, у меня вытащили эту... Книжку трудовую. Книжку трудовую, да? Да. И все. Это плохо. Да. Я, знаете, что я к вам подошел? Я знаю. У меня не хватает 10 рублей на хлеб. Хочу купить хлеб. У вас не будет 10 рублей? Пожалуйста. Ну это у вас последнее, это у вас? Нет. Нет. Я человек не жадный, но помочь... Я всегда абсолютно. Серьезно? Дело в том, что у меня украли документы и украли пенсионное удостоверение. В общем, вы готовы дать мне 10 рублей, да? На пожалуйста, хлеб. Пожалуйста. Вы такая добрая. Да. Смотрите, в этом мире добро возвращается. Итак... Слушайте, ну нет, я даже не подумала об этом, что я вам возвращаю то, что вы мне давали. Это десятая доля от этого. Поэтому я не... А вы меня помните, что ли? Конечно. Вы меня запомнили. Вот она какая. А я думал, вы меня не узнали. Нет, я хороших людей узнаю. А тем более таких, как вы. Вы дали мне 10 рублей. Вот. Добро возвращается. Это вам. Слушайте. Вернулась почти... Это перед вами я должна встать на колени. Не, конечно, не нужно этого. Но мне стыдно, конечно. А это еще ваши 10 рублей возьмите. Видите как? Видите, да. Добро возвращается. Да. Поэтому делайте, дорогие братья и сестры, армия добра, как можно чаще добра. Вы знаете, добро я сделаю тогда, когда я уже завтра пойду пенсию получу. Ага. В общем-то, пенсия у меня неплохая. Ага. Понимаете, дело в том, что у меня стаж большой. Если мне дадут пенсию, я обязательно благодарю. Ну, большой молодец. Да. Сколько вам лет, я уже не помню уже. Напомните. Посчитайте сами, 42. А, у тебя поэтому учаю сказать, сколько вам. Да. Сыночек умер. Сыночек умер? Не плачьте. Я вам сочувствую очень. Как я могу не плакать? Сочувствую. Спасибо. Не плачь. Может, вы пойдете в магазин, что-нибудь купите на эти деньги? На эти деньги. На эти? Нет. Продукты нет, себе? Нет. Почему? Ну, потому что, вы знаете, так это наглядно будет и осуждающе. Да нет, не говорите так. Почему? Да. Спасибо. Все, хорошо. Вам всего доброго тогда. Ага. До свидания. До свидания.